почему-то у меня камера закончилась. Закончила снимать. Ага, у меня осталось 3 минуты. Места мало в памяти, поэтому быстренько. Значит, черный лебедь такой очень в женственность, в классику какую-то, в люкс, в общем, уходящий, такой в тяжелый люкс. Далее, с нотами кожи. Василиса прекрасная, янтарная такая, как сад со спелыми яблоками. Ой, обожаю его. Замечательный. Малахитовый цветок. Это прям зелень. Зелень, мшистость. Вот. Далее. Русская княжна. Но это, по-моему, такой компотик. Самый нежный вообще из всех ароматов. Но тоже очень достойный. Прикольный вообще. Классно. Они все, когда вот настоялись, прям очень классно раскрываются. Княжна. Просто княжна. Больше в ретрость уходит, но тоже такая сладковато-компотистая. И царь-девица. Царь-девица. Какой интересный. Специи. Еще что-то такое прям какое-то терпкое. Как, ну, специя есть какая-то есть. Классно. И вот такие у меня есть. Тантра. Тантра. Прям ретровость. Удушающая. Вот эта вот восточность какая-то. И, по-моему, 1001 ночь. Да? А, нет, Шахерезада. Шахерезада. А это вот ретровость. Очень даже хорошая ретровость. Прям вот как раньше. Прикольная такая. Как в Красной Москве все такое прям. Ну, хорошая. Хорошо сделано. Так, вот столько у меня ароматов, девчонки, сейчас я их буду раскладывать, если времени хватит, ну, если вы маленько протру, не торопитесь, то оставайтесь, я хочу прям снять сразу по максимуму. Давайте опять эти поставим туда, в общем, пытаюсь раскладывать, я не показала вам еще, нашла пурбланочку Blush от Avon. Ну, тоже такой в духе Avon, сладковатый. А далее вот такой у меня от Avon Attitude. Спарклин какой-то там. Интересный, кстати, аромат. Очень интересный. Не знаю даже, чем пахнет. Не пойму, какими-то ягодами и зеленью. Imory Celebration Edition какой-то тут, по-моему. Классика это. Одеколонистый такой парфюм. Далее вот этот вот Intense у меня Attraction есть от Avon. Он такой карамельно-сладкий очень. Ну, вкусненький прям. Ой, гурманика. От Avon такой красный Encanto Irresistible. Тоже приятный, компотистый, сладковатый. Encanto Charming. Это у нас... Ну, тоже такой нежный, почулистый немного. Imory Elixir. Не знаю, какой-то очень резкий. Сладко-почулистый. Нет, не сладко, свеже-почулистый. Little Black Dress Lace. Ну, какой-то тоже для меня непонятный. В духе Avon такой... Типичненький аромат. Так, здесь еще у меня из люкса есть. Я нашла, которыми пользовалась. Клиник Хэппи. Тоже такой мандариновый парфюмчик. Куда-нибудь нам надо его поставить в люкс. Далее из люкса у меня тоже свеженький такой есть. Calvin Klein Into You. Тоже такой классный. Свежеспециевый, замечательный парфюмчик. Так, куда мне его поставить? Тоже куда-нибудь в люкс поставлю. Так, из люкса Scent of Kiss. Такая вот губная помада. Кстати, вот Фаберлик похож на нее. Потому что здесь и розы, и помада.
Ягода, по-моему, квиншип какой-то там вот розовый, да, похож на него чем-то. Так, что я там спрятала? Пусть у меня тоже в люксе стоит. И такой вот помада у меня есть. ЕСАМ от Кошарель. Тоже такой сладенький. Очень вкусненький, тепленький. Вот этим я пользовалась. Армани Кот Абсолю. Вроде как бы мне поначалу не поняла его и начала пользоваться. Но как он пахнет от одежды, благоухает. Это просто вот, я не знаю, такая вкуснятина. Здесь и медовость, и цветы, и люкс. Вот этот прям ощущается, что аромат, парфюм дорогой. Классный парфюм на зиму. Вот просто сногсшибательный. И чувствуется, что аромат дорогущий. Ну, как дорогущий, но все-таки не дешевый, да? Вуаль, в общем, новинка от Эфраше, да? Похож на лайтовый для меня вариант Том Форда табак и ваниль. Вот здесь прям ваниль такая специевая. Поэтому для меня это классный на зиму. Я им пользовалась тоже. Пусть тут стоит где-нибудь рядышком. Абсолю мой любимый тоже парфюм сибирского здоровья. Он прям, конечно, сногсшибательный. Вот здесь вот прям что-то есть, прям что-то такое женственное и притягательное, и я не знаю, ну, нишевое, явно нишевый парфюм. Да, и вот такой вот тут Пьер Рико Андалусия, по-моему, Сенсуал, да. У меня еще есть целый в коробочке такая. Классный, прям такой позитив вообще, такое, такая ностальгия у меня. У меня это первый парфюм, который мне дали тогда в подарок за мой первый заказ. Я просто была вообще в шоке от счастья. Чуть в обморок не упала, какой парфюм ко мне приехал. Вот так вот у меня и с ним такие ассоциации связаны. Это восток, это апельсины, это тепло. И ой, вообще класс, просто класс. Пусть где-нибудь тоже здесь стоит, я его берегу. Так. Вроде бы все показала, сейчас разложу, покажу, как разложила. В общем, раскладываю Avon после Ифраше, после люкса, серии Пурбланочек. Пусть будет. Почему? В алфавитном порядке. В общем, после люкса, вот таких вот, да, Пьер Рико и Фраше, пусть будет у меня на А. Вот этот вот, эйвоновская, да, парфюмерия. Так будет мне как бы легче ориентироваться, что у меня тут вообще есть. Уже не стала на зиму как бы откладывать там какие-то. Сейчас пока все соберу, а там буду выбирать. Ну, я вам уже сказала, какие у меня на зиму нравится. В принципе, я вот открываю и смотрю, что по настроению мне чем попользоваться. Поэтому сильно как бы я так не откладываю. Вот единственное, что отложу один селебр, потому что где у меня тут меньше, надо один использовать, чтобы у меня второй, ну, чтобы у меня два не валялись просто вот так, да, не стояли. Вот. Буду пользоваться Иониксом, попробую тоже его на зиму использовать. Надо было мне пурбланки, может быть, туда куда-нибудь к стеночке, они высокие. Не знаю, может быть, сейчас переложу, посмотрю, сколько у меня Avon займет места. Так. Ну да, можно их к стеночке. Потому что они у меня такие все высокие. Так. Чтобы не затмевали никого. И вот эти вот Summer White. Так. Да что ж ты падаешь-то? Там шов, и он падает. Так, Rebel сюда поставим. Mesmerize. Потом Love You. Где у меня есть свободное местечко? Тризель сюда. Love You. Инка... Нет, Confidence. Confidence. Так. Угу. Следующий. У меня вроде бы от Avon все.
Дэйвон. Больше не вижу. Следующее тогда у меня будет первым рядом Биоси. Вот эти вот. Вот здесь вот будут Биоси стоять. От Фаберлик теплое тоже сюда поставлю, чтобы можно было и сейчас попользоваться. Крышки отлетают. Неустойчивая у этого дизерабля крышка. Все они какие-то маленькие. Вот Фаберлик. Низкие парфюмы все. Они все прячутся. Так. Далее. Шато. Розочка. Едашкин Валькирия. И Пуртушур. Так, не падать. Валькирия. Это уже свежачки, они идут подальше. Они больше такие летние. И Прима Бача. Так, от Фаберлик вроде бы все. Далее у меня идет Орифлейм. Орифлейм. Сначала тогда поставлю розочки. Вот эти вот тепленькие ароматики. Сюда вот. Вместе. Так, что у нас еще зимнее? Амбер Эликсир Найт. И Бобы Тонко. Уместятся они сюда? Так, Бобы Тонко. И Эликсир Найт. Так. И вот этот вот Голд. Джордани Голд. Так, и клад Нью-Йорк можно сюда поставить. Умещается. Вот. Вроде бы у меня сюда еще, наверное, какой-нибудь Lost in You уместится, да. Так, и все. Или вот сюда еще. Вот такой. Forever Hue. Так, ну это уже у меня получается. Но он просто здесь уместится. Потому что он такой плоский. Ладно, сюда поставлю. Так, в принципе, больше у меня здесь места нету. Да? Угу. Ну что, остальные я сейчас тогда куда-нибудь в другое место определю. Сюда еще поставим такие вот миниатюрки. Пробнички. И можно сюда поставить те, которыми, допустим, я буду пользоваться сейчас именно. Так, какими мне пользоваться сейчас? Даже не знаю. Да, вот этот я хотела. Giordani Gold Essence, да, поставить. Ну, еще один какой-нибудь. Ага, Possess классический. Допустим, вот эта вот серия Possess у меня сюда вся не уместится. Может быть, и уместится. Так, где у меня еще один? Вот. Вот. Очень даже хорошо уместилось. Еще даже что-нибудь софтово сюда уместится. Вот. Хорошо. Ну, вот как-то так. Сюда уже можно еще миниатюрок накласть. У меня там есть от Yves Rocher. Так, в общем, вот так у меня получилось. Еще хочу вам показать. У меня вот здесь в корзине тоже есть парфюмерия. В общем, корзина вот так вот вытаскивается сверху. Давайте посмотрим, что там. Корзина тоже такая не маленькая. Вот. Богатство. Так, давайте смотреть, что в этой корзине. И я ее опять наверх. Наверное, посажу. Здесь у меня вот такой от Reflame новенький, да? Грейтер. Мне, кстати, он понравился. Очень красивый. Не знаю.
Ну, такой больше, наверное, летний. Все-таки, да. Может быть, мне в корзину убрать летние? В общем, даже не знаю, сейчас подумаю. Пока поставлю как-нибудь сюда. Нет, никак. Ладно, пусть в корзине стоит. Еще в корзине у меня Трифлейм Мисс Джордани. Ну, он такой на любителя. Джули Джоли, это летний. Такой нарциссовый аромат от Фаберлик. Вот такой вот. Endless Sun, надо мне снять этикетку. Ценник у меня стоял, тестер просто у девочки. Она говорит, наклей мне цену, чтобы я знала. Но он сейчас сколько стоит? 900, по-моему, да, по каталогу. То есть подешевле, по-моему, чем был. Так, ладно, потом отлеплю Фаберлик Валентину Дашкин. Голд, очень специфический. В ретро уходящий, не могу им пользоваться. Прям его вот слышу, и он навязчивый. Фаберлик Фортуната, вишня прям. Очень красивенький такой, позитивненький, вишневенький аромат. Зеленый магнолия, по-моему, да, от Эйвен, хороший. Пудрово-зеленый, и вот именно магнолия, здесь моя любимая ощущается. От Oriflame, О Sweet Dulce De Leche. Ну, для меня это нежная ваниль. Такая. Так, Эйвен, вот тоже хорошая серия, да, вот у них была и артистик, или есть она там, но не все. Тут это вот какой ирис. Очень красивый ирис. Это роза, тоже красивая. Тоже помадная такая. Так, Farway люблю, Splendoria. Все, хотела вот как раз напомнить ее себе. Ну, колючая такая, да. Соленая, колючая, но интересная. Теплая, ну, как будто вот там пластик какой-то есть, да. Что-то такое. Есть. Может быть, в раскрытии потом посмотрим. The Moon. Он с вишенкой. Ликерный, вишневый такой. Очень приятный. Ну, там на Том Форд вишневый, не знаю. Может быть, какой-то ноткой. И схож. Здесь малина If Embrace. Пластиковая такая. Да, какая-то интересная малина. Не в чистом виде. Как будто смешанная с чем-то. Не пойму с чем. Так, что еще такое? Вот розовый Eau So Loved. Конфетный такой розовый, приятный. Я уже все просто ничего не понимаю. Так, и вот Труф. Зеленый такой, не знаю, какой-то шипровый для меня. И вот такой есть миндаль. Миндаль хороший. Нежный такой, миндальный. В общем, здесь у меня вот такие вот парфюмы стоят. Уберу их, наверное, назад. Сейчас и все, девочки, на этом видео я за свое закончу. И так оно у меня сильно затянулось. Всем пока-пока. Пишите, комментируйте. Всем хорошего настроения. Пока.